К столетнему юбилею Ивановское музыкальное училище готовится основательно. Во-первых, гостей порадуют большой концертной программой. Репетиция сейчас в самом разгаре. Во-вторых, выпускников и гостей вечера приятно удивит внешний вид здания. В этом году на ремонтные работы было выделено 1,5 миллиона рублей. На эти средства привели в порядок большой концертный зал, заменили кресла в малом зале и приобрели новые музыкальные инструменты. Ремонт не проводился в училище более 40 лет. Для педагогов и студентов учебного заведения он стал настоящим подарком к празднику. В наших стенах обучались и выпустились талантливые музыканты, которые сейчас работают в различных уголках нашего мира и буквально к завтрашнему дню собираются приехать и выступить на юбилейном концерте нашего замечательного Ивановского музыкального училища. Своим коллегам я хочу пожелать крепкого здоровья, творческих успехов и, конечно же, радости в прекрасном мире музыки.